Эксклюзивная телеэкскурсия по уникальным природным красотам Беларуси. Пуща, чаще, такой нетронутый лес. Да это обязательно нужно попробовать каждому. Самобытная Беловежская пуща. Наша следующая остановка – дуб Патриарх. У нас есть традиция подходить к нашему дубу, его обнимать и таким образом набираться очень хорошей и положительной энергии. Голубое ожерелье Беларуси. Мы приплыли на озеро Струстов. Переводится как тростниковое. И неизведанная ельня. Без гида лучше на болото не заходить. Можно восстановиться, перезагрузиться. Живописные пейзажи, от которых захватывает дух. Любите эту свою святую землю отдана и до конца. Иншей вам не дадено, да и не потребно. Вандруем разом в субботу на Беларусь 24.